После сообщения о вспышке вируса американский круизный лайнер пришвартован в порту города Сент-Томас на Виргинских островах. Напомню, около 300 человек на борту отравились во время плавания. Это 280 пассажиров и 22 члена экипажа. Источник заболевания неизвестен. Сейчас на корабле проводят дезинфекцию. Всего на этом лайнере отправились в круиз более 4000 человек. Это не первый подобный случай, связанный с именем известной компании Royal Caribbean International. Неделю назад 66 человек на другом корабле также получили отравление. Тогда причиной недомогания стал норовирус или желудочный грипп.